16 августа. Я был дома, где-то после обед. Собирался выезжать, ну, то на машине ездил, а потом что-то было тяжело с бензином. Вообще нигде ничего не было, все закрыто было, все разбито. И я машину поставил на прокол. Что самое интересное, накрыл ее, у меня была вот эта сетка, что грядкой накрывает, зеленая. Она типа как масс-сеть. Я накрыл форт свой, замаскировал его, потому что все только обстановка напряженная была. И, короче, я на велосипед, и на велосипеде хотел сюда ехать. Вытащил велосипед, во дворе у меня стоял, на заднем дворе. И тут вдруг телефонный звонок. Чалый звонит. Володя, тебе едут укропы. И правый сектор проводят. Ничего себе. И только он сказал, я сразу, буквально, звонок прекращается. И я слышу звук машины, потому что в поселке вообще грубовая тишина стояла. Это лето же было. И такой, хозяин, кто-то кричит. И я сразу понял, что это поехали ко мне. Но я был на заднем дворе, они с лица зашли. Но думаю, так, что мне делать? Думаю, на огород сейчас, а у меня этот дом, ну, второй от угла. Думаю, сейчас с огорода точно зайдут. Так, оно так и было. Они как раз двумя группами зашли. Один с отсюда, один с огорода. Ну, я так вот через забор и к соседям сиганул. Велосипед все бросил. Правда, дом успел и замкнуть, ключи со мной. У меня два телефона, я сразу телефоны, бац, карточки выкинул, потому что по телефонам, вот это же как Кремочек говорил, отслеживали, фиксировали. Я сразу карточки вынимаю, думаю, не дай бог, кто-то мне позвонит, я вынимал. И у меня там мастерская, я за мастерскую так, как бы залег. Слышу, зашли, что-то там ла-ла-ла-ла-ла, что-то разговаривает, сильно не слышно было. Потом выстрел. А у меня тут овчара собака в вольере закрытой. И собака разрывается, хороший овчар такой, и выстрелы. И он замолчал, я думал, убили. Как вот у Леонтьева говорит, что собака лежит, живая оказалась. Ну, короче, естественно, что собаку напугали, все-таки выстрелы с автомата в упор. Но они не попали, потому что он в будку заскочил, и там будка прошита, но по нему не попало. Собака живая стала, слава богу. Минут 20 вот так вот просто лежал. На мастерской. А они хозяйничали. Потом они еще стреляли. Они, кажется, выбили замки в дверях. Там расстреляли морозильную камеру у меня в доме. Потом в дом зашли. Все покрушили. Мебель. Там у меня козырек такой был. Тут с софитами его сорвали. Зачем, не знаю. Что-то искали. Ну, то, что они там искали, нашли. Потому что телевизор вытащили. Фотоаппарат, кинокамеру. Дело в том, что у меня в полу вот такие три дырки. Они думали, может, я где-то, у меня под полом подвал. Хотя у меня подвал в доме есть, только под гаражом. Но они туда попали. Они туда попали, значит, портмоне с деньгами там у меня лежало, вытащили полностью, забрали. Банковские карточки все забрали. Фонари у меня, набор фонарей, просто такие хорошие фонари были. Фонари позабирали. Ну, такой, помародировали. Потом вытащили, велосипед вытащили. Вытащили колонки такие большие, импортные. Ноутбук сверху на колонке лежал. А потом они дошли до мастерской, где я был. А потом смотрю, что они ближе подходят. Я думаю, да нет, сейчас они меня найдут. Я только через забор, и я по дворам. И ушел. Ушел я. Потом вставляю карточку где-то, ну, может, я с полкилометра отошел уже от своего дома. Вставляю карточку и звоню Чалому, говорю, Костя, ты где? Забери меня, потому что я не знаю, что мне делать, вот честно. Он проезжает по школьной, по асфальту, а они по грунтовке ехали, по Горького. И, короче, он меня забрал, отвез к себе домой в Донецк на квартиру, а сам потом проезжал там с людьми. Но, говорит, все разбито, все раскурочено, ворота открыты настежь. Во дворе стояли вот эти колонки, ноутбук. Ну, они не забрали по той причине, что они подошли к мастерской, она открыта была у меня. А там у меня электростанция стояла. Дизель-электростанция, полный автомат, 8-киловаттная, трехфазная. Ну, такая мощная, серьезный аппарат.
Они его загрузили в свой Мерседес, наверное, больше не поместилось, и уехали. Вот так, в принципе, я как бы остался, откупился, типа. Остался я жив. Ну, я где-то перекантовался, и так на жаргоне говорит, да, у Кости Чалова на квартире. Ну, хорошо, что было, что я чувствовал, что это будет. Вот не знаю. Накануне, буквально за 4 дня до этого, семье своей говорю, дочери, жене говорю, так, уезжайте отсюда. Она говорит, мы без тебя не уедем. Говорю, я поселок не брошу, я комендант, ну как, куда я уеду? Мне тут надо, все в моих руках тут держится. Короче, я их выгнал и отправил их на море. Если бы они были, то я не знаю, что было бы. Сам-то я быстренько то смылся, а с семьей бы это было все. Где-то я 3-4 дня там как бы отошел от всего этого и вернулся назад. Вернулся назад уже там, мои товарищи Леонтьевич был, они дом закрыли, потому что все, гараж открытый был, дом настежь открытый был. Ну а так, слава богу, что не взорвали дом. Вот это самое главное. Ну, короче, вернулся я потом домой, ну, продолжил дальше. Народ тут меня встречал, говорит, а мы думали, тебя убили, поехали, забрали. Я говорю, нет, все нормально, ребята, жив-здоров.